Так, усики. Один усик прижимает, второй как защелкать здесь. То же самое и с этой стороны. Ну все, сейчас вытаскиваем, там какое-то у нас сопротивление. И ищу другие щеточки. Так, эта щеточка у нас получается с правой стороны. Вон там вот клемма. Вот эта клемка у нас сажается. И вот здесь вот щетка у нас. Также и с той стороны такая же ситуация. Все. И новые щеточки надо. Вот не получаются щетки. Так, вот щеточки купил. По 70 рублей щеточка. Теперь осталось клемки напаять. И уже установить на дверь. В моторчик точнее. Сейчас старые сравню со старыми, которые я снял. Щеточки по длине провода. Ну, примерно длина провода у нас одинаковая. Теперь отсюда разъем отпаять, сюда припаять. Или бы скруточку сделать. Или спаечку. Сейчас подумать, что надо сделать. Короче, поменял я щеточки. Вот все установил, все работает, но поднимается тяжеловато. Опускается легко, а поднимается тяжеловато. Надо было графитомедные. А я купил графитовые обычные щетки. То есть надо от генератора было щетки взять, графитомедные. Стачивать пришлось очень много. То есть, во-первых, укорачивать их, и по ширине они не влезали. Значит, по ширине я все укоротил, все поставил, стеклоподъемник, все стало работать.